История Ми-8 началась еще в Советском Союзе. Впервые он был разработан в начале 60-х годов. Именно он является самым массовым двухдвигательным вертолетом, причем не только в России, но и во всем мире. Винтокрылая машина способна работать без остановки и до заправки более 7 часов. За это время можно облететь весь Забайкальский край. А специальная навигационная система позволяет полицейским забыть о бумажных географических картах. Стоит ИЛС. Это система захода на посадку. То бишь во всех, в любых условиях маяки выставляешь, все, забиваешь координаты, и она заводит тебя вплоть до 50 метров. Все, вот приборы показывают, где ты находишься, слева, справа от полосы. Все, то бишь для навигации это по сравнению с тем, что было, это земля и небо. Теперь полицейским предстоит вылетать в командировки в соседние регионы – Амурскую область и Республику Бурятия. За один рейс вертолет сможет доставить к месту совершения преступления оперативную группу из 12-15 человек. В основном авиация задействуется для поиска без вести пропавших людей в труднодоступной местности, выявления преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, браконьерством и добычей золота. Новую технику осветил священник православной церкви отец Сергий. Екатерина Вершинина при содействии пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.